Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Как вы уже поняли из названия, я все-таки смогла купить помаду, да, в коллаборации MAC с Наталиной. Я ждала так долго просто, чтобы вот это вот купить. И, конечно же, с первого раза у меня ничего не получилось, но это как бы это было ожидаемо. Я, как, наверное, многие, да, специально заводила будильник, чтобы не забыть, короче, зайти на сайт MAC в 11 часов. И в итоге у меня получилось все то же самое, очень, что у многих вышло, что я закинула в корзину, и пока дошла до оплаты, у меня помада просто вылетела из корзины, я расстроилась, разозлилась, думаю, да какого хрена, то есть почему, потом стала читать комментарии, что, оказывается, там продажи открыли без 10-11, ну, в общем... Непонятно, что творилось, вот, и я думала, идти вечером просто в ТЦ куда-то, не идти вечером в ТЦ, а я еще плохо себя чувствовала, я только вот начала выздоравливать, болела, и думаю, ну куда, я по-любому будут очереди, там тот же Атриум, да, европейский, ну, очереди будут неимоверные, и вечером я ехала домой, мне нужно было ехать через центр, с другого конца города ехала, и мониторила сторис Наталины, она же репостит, да, где девочки что купили, соответственно. И вот фотки, что в Атриуме очередь, вот такие хвосты, в европейском то же самое. И одна девочка выкладывает, мол, а я купила в ЦУМе, и там все есть еще, и народу нету. И я думаю, вот оно, мой шанс, как бы попробую хотя бы я ее купить там. Я прихожу, там народу нету, помадочки спокойненько себе стоят. Я сразу взяла, у меня консультант улыбнулась и даже не стала ничего спрашивать, что помочь мне, не помочь, потому что она понимала, что я пришла конкретно вот за вот этой крошкой. То есть просто это настолько успех для Наталины, это такой солдаут. То есть я просто в полном восторге, я безумно за нее рада. Она, собственно, один, да, из блогеров, которых я смотрю уже давно, которые, собственно, смотивировали меня начать снимать для вас. Просто нереально крутой успех. Давайте посмотрим. Ну, упаковка, конечно же, змея, ну, как бы другого мы от Наталины и не ждали. Вот у нас, соответственно, это MAC Maker. Здесь вот ее ник, Наталина MUA. Классическая маковская пуля, но только в золоте, соответственно. То есть просто какая-то невероятная красота. Вот оно, MAC Maker. И вот сама помадка. То, что, в принципе, можно было ждать от Наталины. Я, конечно, думала, что она что-то сделает такой более вырви-глаз. Но вот этот цвет, что он такой и нейтральный, и универсальный. И я немножко умерла. Кто смотрит Наталину, те поймут. Обалденный цвет. У меня сейчас на губах, на бальзам я сделала. Очень мягкая, очень комфортная. Пахнет в классике мака, да, скажем так, то есть такой немножко сладковатый аромат, то есть он на губах не ощущается, соответственно, кто не любит отдушки, это не принципиально. Вот такой цвет. Вот у меня уже, да, рука в свотчах, я свотчи отдельно поближе вам покажу, соответственно, специально на разных, в разных вариантах сняла, да, чтобы было понятно, как она, соответственно, себя ведет, да, в разных способах нанесения, скажем так. То есть то, про что Наталина и говорила, что максимально универсальный продукт хотела создать, максимально такой легкий, да, в использовании, чтобы он подошел максимальному количеству девушек, чтобы не как-то там, да, что зеленая помада и все. Ну, как бы, но визажист, кто работает на креативных съемках, наверное, оценит, да, и все, больше, как бы, ну, нет. Но вот это, конечно, это малышка, то есть про упаковку я вообще молчу, это отдельное произведение искусства просто, то есть то, что точно это не выкинется, да, оно будет храниться именно вот в таком виде. То есть вот то, что, да, у меня на губах, вот она сейчас нанесена. Посмотрим, как она будет смотреться с разными, ну, макияжами, да, непосредственно. Давайте поближе еще покажу вам. Thank you.
такой продукт получился у Наталины. Я ее, конечно же, поздравляю с такой просто невероятной коллаборацией. Мак, да, всемирный бренд. Лицо Наталины просто не то, что по всей России, а просто вот, да, по всем, наверное, сторонам мира, да, то есть где ее помада должна была быть представлена, там и в Австралии, и в Италии, и в Чехии. Просто нереальный успех. Наталина большая молодец. И спасибо ей, конечно же, за вот такой продукт. То есть это очень круто, максимально универсально. Жалко, что лимитка. Вот такой небольшой обзор на помадку от Наталины у нас получился. Безумно крутой продукт. Безумно жалко, что лимитка. Но в любом случае, надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.